3 сотни профессиональных военных пополнили ряды вооруженных сил нашей страны. Все они выпускники учебного центра сухопутных войск, который впервые в этом году начал готовить контрактников по 9 специальностям. Лучшим сертификат профессионала лично вручил главнокомандующий сухопутными войсками. Теперь выпускники учебного центра умеют все – стрелять, водить боевые машины и, главное, управлять высокотехнологичным военным оборудованием. В течение последнего полугода они пришли в армию по контракту, решив стать военными. Но представления об армии имели очень общее. Работали на гражданке строителями, водителями, электриками. Так как я был механиком-электриком, я ничего не знал, как работать с прибором управления огнем. Теперь нас отправили сюда на повышение квалификации. Воспользовавшись этим моментом, я получил много знаний и сейчас готов уже выйти и воспроизвести огонь, так как я знаю свою специальность уже и гордо могу работать. Все эти ребята – первый выпуск новой программы учебного центра. За 3 месяца интенсивных тренировок новобранцы становятся профессионалами, чтобы соответствовать задачам современной армии. Командование сухопутных войск надеется, что данные специалисты, придя в свои бригады, дальше будут передавать тот богатый теоретический, практический опыт, который они взяли здесь, в учебном центре сухопутных войск. Программа составлена так, чтобы солдаты могли получить как можно больше знаний и навыков. Преподавательский состав для контрактников подобран из опытных офицеров. И теперь эти курсы станут регулярными. Татьяна Напольская, Дархан Айтказин, Алматы.